Сильные ливни почти двое суток, заливавшие Мордовию, установили абсолютный рекорд. За два дня почти половина месячной нормы осадков. 29 ноября выпало больше 10 миллиметров осадков, побив предыдущий рекорд 1939 года. Тогда он был 9,7 миллиметров. Последний день осени побил еще и температурный рекорд. Такого тепла, почти плюс 8 градусов, 30 ноября на территории республики не было за всю историю наблюдений. Предыдущий температурный рекорд 30 ноября был в 2009-м, плюс 5 тепла. В этом году он превышен на целых 3 градуса. Сегодняшний день войдет как абсолютный показатель за все периоды наблюдений, которые ведутся Мордовии, по городу Саранску, это с 1924 года. Если в прошлом столетии в это время была уже настоящая зима, в конце ноября температура воздуха иногда опускалась ниже минус 20, то в нынешнем веке осень стала более продолжительной, в отличие от весны, которая, наоборот, теперь намного короче, чем раньше. Период вегетации у нас, завершающийся с переходом среднесуточной температуры через 5 градусов, он у нас, по сути, 2 недели еще продолжался, то есть до середины ноября. То есть это вот необычно. То есть в этом году много необычного. Сильных продолжительных дождей больше не ожидается, но выглянувшее солнце не принесет потепления. Наоборот, температура за окном постепенно начнет снижаться. Ночью будет от минус 2 до плюс 3, днем от 0 до плюс 5. Ближайшие осадки выпадут к концу недели и, скорее всего, в виде мокрого снега. При этом относительно теплые дни будут чередоваться с морозными. На дорогах, возможно, гололедица. Характер погоды останется, то есть пока еще неустойчивым. То есть мы все-таки видим по тому, как процессы сейчас идет перестройка с осеннего на зимний период. И пока еще теплые воды Атлантического океана, Средиземноморья, они так и будут продолжать поступать на нашу территорию в виде выноса теплых воздушных масс, которые будут приносить теплый влажный воздух. И установление, по сути, зимнего режима в этом году, скорее всего, произойдет после 10 декабря. К концу первой декады декабря, по прогнозам синоптиков, в Мордовию наконец-то придет настоящая снежная зима. А пока ее нужно немножко подождать. Людмила Чекал, Андрей Просвиркин. Наши новости.